Добро пожаловать в Black Desert. С вами снова Роман. Вы скажете: эй, Роман, а что ты делаешь на крыше? Вот, сижу здесь, затаился. Я нахожусь сейчас в южной части Серендии. Это Кровавый монастырь. И это видео будет посвящено очередному боссу из этой игры. Наверное, это, по-моему, уже пятый босс по счету. Маскана, настоятель Кровавого монастыря. Как я сказал, я сейчас нахожусь на крыше одного из зданий этого монастыря, который находится в южной части Серендии. Вообще удивительно название Кровавый монастырь, да? Звучит как некая тавтология. Ну, это примерно то же самое, что сказать волк-вегетарианец или, ну, не знаю, например, умная курица. Слова-антагонисты. Казалось бы, каким образом монастырь может быть кровавым? Ну вот здесь, в Black Desert, этот монастырь называется именно так. Вы думаете, здесь живут благочестивые монахи, которые проводят время в созерцании окружающей среды, в воздаянии хвалы и молитвенных слов Всевышнему? Нет, на самом деле нет. Смотрите, внизу там уже происходит месиво. На самом деле здесь живут сектанты, фанатики. Почему монастырь называется кровавым? Ну, я сейчас вам это дело продемонстрирую. Покажу, почему этот монастырь называется именно так. Я надеялся, что здесь никого не будет, но вот внизу уже какой-то игрок бегает. Уже бегает и уже убивает этих еретиков. Здесь у них есть свои бойцы, есть колдуны, то есть маги в этом кровавом монастыре. Вот впереди меня вы видите такое здание. Это главный собор этого монастыря. И я вам сейчас покажу, ребята, почему его называют кровавым. Так, сейчас я проберусь внутрь. И вы увидите, почему это название есть. Смотрите, что происходит внутри. Так, ну тут на меня сразу нагрелось несколько сектантов-воинов, вы видите. Ну и вот, собственно, почему называется этот монастырь кровавым. Смотрите, внутри этого собора огромное количество трупов солдат, вы видите. Возможно, здесь приносили жертвоприношению какому-то сектантскому богу, я не знаю, но вот вы видите огромное количество мертвых солдат. Наверное, это воины Кальфиона, я точно сказать не могу, но вот вы видите, что здесь огромное количество трупов. Кстати, к слову сказать, здесь, в Кровавом монастыре, есть сундучок с сокровищами. Я вам сейчас покажу, где это. Так, мы отвлечем внимание вот этим вот огоньком. Не отвлеклись что-то на мой огонек. Почему-то. Вот, видите, здесь клетки, в которых они держат узников. Я вот клетки разбил. И оттуда выбежали узники. Так, сектант-гигант у них тут, видите, даже есть. Сейчас мы тут со всеми ими разберемся. Так, еще один маг меня хочет убить. Так, ну вроде бы все. Так, еда. Сундучок с сокровищами присутствует в этом месте. Находится он вот здесь, вот-вот, видите, стоит. Сундук сокровищ. Открываем серебряным ключом. Ключи у меня есть. Вот. Что там в этом сундуке было? А что я, собственно, взял? Так, какой-то свиток, что ли, я взял?
Не знаю, вроде бы я его открыл, этот сундук. Так, ладно, тут уже замес пошел. Все, уходим из этого монастыря. Кстати, я хотел еще показать вам, у волшебника есть замечательная способность, благодаря которой в случае смертельной опасности можно очень здорово увильнуть, например, нага или кучу монстров. Я этой способностью пользуюсь, когда меня зажимают в угол, мне никак нельзя выбраться. Это латинская кнопочка B на клавиатуре. И смотрите, что сейчас произойдет. Вот, допустим, меня где-то зажали в углу, вот здесь вот, да, бьют, что я не могу никуда деться. Я нажимаю кнопочку V, у меня волшебник превращается вот в такой вот шар, смотрите, что-то наподобие шаровой молнии, видите, и я спокойненько улетаю. Да, вот такая вот у волшебника есть способность. Так, ребята, вы зачем-то за мной побежали. Не нравится мне, что мы сбежали. Вот он, кровавый монастырь. И мне сегодня предстоит сразиться, сперва вызвать, а потом сразиться с настоятелем этого самого монастыря. А зовут этого настоятеля монастыря, ну, как вы уже поняли из названия этого видеоролика, Маскан. Разобраться с Масканом дало мне тучка задание, мой черный дух. Используя свиток призыва, я должен вызвать этого самого настоятеля монастыря Маскана и разобраться с ним. Рекомендуемый уровень 30, хотя, ну вот здесь вот написано 27. Ну не знаю, у меня сейчас 29, и я думаю, без проблем с ним справлюсь. Призывать его нужно вот здесь, вот в этом самом месте. Здесь управление узлом. И ходят лесные олени. Я не знаю, они будут ли на меня агриться или нет. Не хотелось бы мне, чтобы они еще помешали мне или включились в бой. Он, видите, он... Нет, он убегает. Лесные олени меня не будут бить. Ну вот здесь вот нужно его вызвать, этого босса, этого настоятеля монастыря Маскана, и попытаться его убить. Так, давайте я посмотрю, откуда я могу... Где могу спрятаться. Я всегда ищу такие места. Ну вот, может быть, вот отсюда вот можно будет с ним разобраться легко. Так, ну, в принципе, я готов. Давайте пробовать. Так, что мне тут? А, эту я уже еду скушал. Хорошо. Очки опыта. Так, есть. Скорость перемещения. Это я все сделал. Ну все, я готов к вызову настоятеля монастыря. Давайте пробуем. Я надеюсь, он меня не убьет. Так, какой-то пришел игрок. Надеюсь, он мне не помешает. Да. Так, ну. Вот он, свиток призыва Маскана. Давайте попробуем разобраться с этим боссом. Так, вон там этот игрок стоит, надзиратель. Надеюсь, он мне не будет мешать. Погнали, ребят. Ух ты. Ух ты. Слушайте, эпично выглядит. Смотрите, вылез из другого мира такой. Опа. Маскан. Смотрите, как выглядит эпично. Такой босс. А что-то он стоит. А вот, все. Среагировал, начал за мной бегать. Смотрите, он в ближний бой хочет со мной вступить. Да, он хочет меня в ближнем бою раздолбать. О, он вот так вот еще прыгает, смотрите какой. Ух ты, какой хулиган. Нет, парень, ты не можешь. Так, интересно, можно ли с него ману высосать? Что у меня мана заканчивается, а то у меня продамажит. Давайте-ка ману с него соснем. Так, и нужно отсюда, наверное, вот сюда я хотел залезть. Как будто он меня тут доставал. Так, вроде бы достал, да, немножко. Так, ну надо его долбить, он куда-то залез.
Ага, сбивает мои касты, смотрите. Не дает мне. Надо от него убегать. Так, вот сейчас издалека. Все, я его убил. Довольно-таки просто было разобраться с Масканом. Ну и что, он погибает. Его затягивает обратно в какой-то потусторонний мир. Настоятель кровавого монастыря пал. Конечно же, против Гэндальфа Серого не устоял даже настоятель кровавого монастыря. Вот так вот, ребята, я разобрался с этим боссом. Посмотрим, что скажет мне Черный Дух. Какой подарочек он мне даст за выполнение этого задания. Интересно, какой же дурак дал Маскану черную силу, спрашивает меня Тучка. Он ведь даже не умел ей пользоваться. Знаешь, как говорят, дурак дурака. Ну а дальше я знаю, видит издалека. Так, смотрите, сумочка. Ух ты, ура, увеличение сумки на один слот. В прошлом видео, в котором я убивал Фогана, мне дали вот эту вот награду. И снова эта награда. Но меня это радует, ребят. Очки навыка понятно, и опыт понятно. Ну и сет. Сет от Джерри. Ну, на выбор, конечно, одну вещь только он мне дает. Но видите, у меня уже от Джерри есть. Я уже его купил. Уже давненько я в Аджере бегаю. Так, ну давайте возьмем. У меня тут что больше всего сломано? Вот эти ботинки сломаны. Ну, ботиночки возьмем. Задание выполнено. Так, увеличение сумки. Ну понятно, это все получил. Что там по заданиям? Спасти кошку. Так, и еще одно задание от Тучки, рыцарь теней. Понятно. Так, сразу сумочку мы увеличиваем. Смотрите, у меня сейчас еще одно место появится в инвентаре. Вот так вот. Меня радует. Обувь от Джерри. Можно продать. А можно и положить на склад. Кстати, а давайте я рискну, попробую. Тут вот... Я, правда, еще этим не занимался. Тут вот как-то улучшают оружие, броню, я не знаю. Давайте я вот рискну. Что-то мне вроде как говорили, кладете одну вещь, потом вторую. Как-то вот так вот. Усилить. Нет, у меня вторую вещь не получается. Нужен черный камень. Как-то говорили, что одну броню кладешь, потом вторую броню. Ну-ка. А, может быть, она потому что сломана, я не могу положить вторую. Как бы вот в этот инвентарь. Нужно переместить мне предмет. Может быть, из-за того, что она сломана. Не знаю. Ну, я думаю, Тучка меня потом научит, как улучшать оружие здесь в игре Black Desert. Ну, а на этом все. Коротенькое видео, которое было посвящено настоятелю монастыря, кровавого монастыря, Маскану. Вы видели, как я его вызвал, как я его убил. Очень легко и просто. Ну, и ждите новых серий, новых видео из серии боссы в игре Black Desert. Спасибо за внимание. С вами был Роман. До новых встреч!